Новый платформер с модной 8-битной графикой под названием Random Runners предлагает нам вновь сразиться с толпами зомби. Присутствует два режима игры – прохождение уровней и бесконечные забеги. Всего в игре три блока уровней и столько же локаций для проверки своих сил. Для прохождения уровня достаточно добраться до финишной черты, параллельно можно собирать звезды, гемы и монеты. Последние два позволяют приобретать новых персонажей и оружие. Звезды идут в оценку прохождения. В забегах местность каждый раз генерируется случайным образом, и единственное, что играет роль, это количество пройденных метров. Бежит наш герой самостоятельно, а вот прыжки, приседания и стрельба остаются на совести игрока. Количество жизней строго ограничено, поэтому врагов нужно избегать или убивать, а также преодолевать множество препятствий. Геймплей Random Runners динамичный и довольно увлекательный. Но подробнее об игре мы поговорим в обзоре на сайте iphones.ru.